Добрый вечер, дорогие друзья. Можно секундочку? Я хотел бы, в свою очередь, поздравить город Нижневартовск с замечательным праздником песни, музыки, хореографии, который прошел вот в очередной раз на вашей сибирской гостеприимной земле. Очень много талантов, очень много прозвучало хороших песен, замечательные коллективы. Прекрасно, что в городе так любят песню и так развита хореография. Это просто, насколько сегодня были сильные коллективы хореографические, я просто покорен. Я хочу пожелать вам и в дальнейшем больших-больших успехов в вашем, вашей причастности к музыке, хореографии. Я хочу пожелать, чтобы музыка и хореография сопровождала всех ребят, которые участвуют в этом фестивале, конкурсе. И в свою очередь нижневартовцам я желаю крепкого сибирского здоровья, счастья, любви, солнца, мира. И я хочу для вас спеть новую песню, которую я написал на стихи Кемеровского казачьего атамана Валерия Проскурякова, музыка Олега Иванова «Казачья». Казаки не берутся, в России казаки не берутся.
чуть побольше микрофона. Самая моя первая песня, которая в 70-м году победила на всесоюзном конкурсе, посвященном 25-летию победы над фашистской Германией. Стихи Александра Прокофьева, музыка Олега Иванова, «Товарищ». Ветер, лови.